Приветствую вас, ну совершенно точно существует разница между тем, какой стереотип у человека по поводу его партнера, какой именно стереотип, какой типаж. И то, какой реальный человек будет рядом. Это очень большая разница, и, в общем-то, редко, когда реальный человек соответствует типажу. Потому что типаж — это все-таки такая история, когда берутся определенные качества человека, идеализируются, как-то скомпоновываются, и получается некий такой собирательный образ, к которому человек стремится. Но этого образа его нет в реальной жизни. Этого образа его не существует, как правило, среди людей, реально живущих. И человек в процессе общения, естественным образом отсеивает все, что так или иначе вымышленное и прочее. И высшее образование является той же самой историей. То есть это некое такое вот следствие собирательного образа. То есть когда мужчина был один, он думал, что вот моя девушка там будет с высшим образованием и прочее, но встретив вас, человек не может не поменять свою позицию, да, и не почувствовать, что есть вещи куда более важнее, чем, например, высшее образование, да, и если мужчина с вами находится по собственному желанию, если мужчина с вами, потому что у него есть к вам чувства, потому что он хочет, например, сделать вас счастливой, то в таком случае не будет никаких проблем с тем, что у вас высшего образования нет. Но если человек с вами все-таки не чувствами находится, а если человек с вами находится все-таки больше расчетом таким, то вот в этом, при таком условии, да, на самом деле, отсутствие высшего образования, то бишь диплома о высшем образовании, то бишь документа, может повлиять на дальнейшее развитие ваших отношений. То бишь на вам, ну, на свадьбу, на создание семьи и прочее. И здесь сразу два вопроса у меня к вам. Вопрос первый. Почему вам так важна семья? И хотите ли вы вообще в целом семью? Второе, это то, как вы относитесь сами к отсутствию у вас высшего образования. То есть,
ну, принимаете ли вы этот факт, что его у вас нет? Спокойно ли вы к нему относитесь, или, опять же, нет? То есть, вот это все крайне желательно рассмотреть, чтобы вы не были заинтересованы сильно, то есть, чтобы вы сильно не были заинтересованы в, например, браке, например, в замужестве с одной стороны, и с другой стороны, чтобы вы грамотно распределили свои, ну, возможности, да, вот. Свои способности, которые у вас есть. То есть, я имею в виду, если вы хотите получить высшее образование, то его стоит получать, его стоит начать получать. И в этом нет ничего плохого. Но если вы не хотите, то опять же, себе в этом стоит признаться. Вот. Вот просто стоит признаться себе в том, что вы либо хотите, либо не хотите. Вот. Чтобы никто, ну, чтобы кто-либо не влиял на то, как вы воспринимаете себя и, там, допустим, свой уровень образования, да, вот. Вот, в принципе, мне кажется, такая история, мне кажется, такой ответ можно вам дать. Опираясь на то, что вы сказали. Сейчас я посмотрю еще, ничего ли я не забыл. Так, значит, в то время я тупо промолчал, а почему промолчал? Не знаю, почему сейчас, может, я ответил одним словом. Нормально это вообще, может, не стоит говорить об этом, так как сейчас хорошо, либо наоборот, иметь в виду, не понимаю даже. Ну, вы боитесь чего-то. Вы чего-то боитесь, мне так кажется, что, может быть, боитесь остаться одна, может быть, чего-то еще. Вот, сложно сказать. Тут надо бы поподробнее разобраться. Обратите внимание на то, что у мужчины достаточно большая разница в возрасте. То есть мужчина 30, вам 22. Иногда разница в возрасте играет роль достаточно серьезная. Вот, вам нужно убедиться в том, что выбор вашего мужчины — это именно такая вот свободная история. Вот. А не следствие, например, взаимодействия с родителями. Вот. Тут очень важно разобрать, как именно вы воспринимаете молодого человека своего и подходите ли вы друг к другу. Потому что общая тема, интересы, родственные, друзья — это, ну, то, что не убеждает, по крайней мере, меня. Вот. То есть общая тема, интересы — это здорово, но вот родственная душа, много смущает.
Вот, потому что она поднимает, ну, это поднимает тему избранности партнера, а этого не существует. Вот. Так вот, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. На этом все. Надеюсь, что помог. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.